Видео сообщение надо будет, наверное, записать, да, с извинениями. Как с Рамзаном Ахматовичем получается. Что он есть в списках. Есть, да, молодой человек? Как? Спасибо. Не, я вопрос там, есть ли он в приложении в списке. Спасибо. Ланфия. Начал играть молодой человек. Наконец-то, с прошлого матча. Не совсем его не заметили, а Дмитрий очень надеялся, что он будет играть. А тут просто на второй минуте гол. Невероятный причем. Достаточно мощный, сильный. Усилился состав Кёльна. С твоим уходом, Виктор. И вратарь видно, вот ощущается уже. Чувствуется. Крепко стоит на ногах, если честно. На широких ступнях. Из Шира, да. 90 как никак, знаешь. А, да, да. Олег первый. Хорош! Справа, садись, справа, справа. Да, садись. Лицо. Хорош. Кёльн сильно уедается просто. Ярик, ты центральный, Ярик. Это как раз был наш шанс на первые очки. Ну, осталось использоваться. Вот с нетерпением. Опа. Я тоже хотел сыграть. Бомбардируешь. Хорошо играет, пытается. Имеется в виду три очка, и оказалось реально. То есть вероятность есть, да? Хорошо. Я не вижу, что я... Достань! Разверни! Всех предыдущих играх проиграл. Хорош! Конечно, не рассчитывали. Хорошо. Мы справились на победу.
Ну, вы настраивались на победу, но победы не было, да? Да, не получилось, не фортануло. Можешь сюда? Дубль уже забивает наш супербомбардир. Витя, Что-что? Ну ты извинишься перед Тариной официально? Не за что. Нет, если, ты если, тоже извинишься. Это будет проведена беседа с Саней, если он захочет посмотреть свое решение еще раз. Если он будет не прав, то извиняется. Потому что он сам захочет извиниться, если это будет действительно. То есть ты считаешь, что извиниться это правильно? Если он так... Я просто не видел, за что. Я просто считаю, что он... Витя, извините, пожалуйста. Вот сейчас ты должен извиниться за то, что ты так нерешительно отвечаешь. Нет, я... Просто я, может быть, не все увидел. Извиняйся, Витя. Ты еще не все видел. Ты вообще оператор. Ты же администратор-оператор. Ты же этот око Саура она должен быть, понимаешь, Саруман. Смотри, берем Белбоя, которые были сегодня, берем тебя, Саню, Андрюху желательно еще, идем и извиняемся, все вместе. Снимаем видеозапись. Да, извините, пожалуйста. Выкладываем в корреспондент. Ох, Андрюха, не хотели. Все ТСН про спорт. Финансы, во-первых, вернулись за все матчи Торино до этого. Не, ну обалдеть, передай судье, чтобы он извинился перед Торино. Да, он так сказал, ведь. Передай судье, чтобы он извинился перед Торино. Я сказал не очень хорошее слово. А что он сказал? А, мне он ничего не говорил. Такого. Ну это он мне сказал, передай. Типа, я еще. Кириенко желтый. Короче. Я еще забыл спросить, типа, соус с кисосадки или чесночный. Чувак, вот в чем вся проблема. Сыграли. 10 минут.
Это мама этой девочки, которая с Рэми отфигарилась, помнишь, в туалете занят. Это ж мамка. Сколько ей лет? Что-то 15 или 13 было. Побей! Саня, бей! Побоялся, а? Там мне что двух дал, я бы не напишу. Это тоже бьет. Да. Все, здорово. Сам. Хорошо.
Другой, другой! Давай, Олег, эй, он ему плел ноги, раз. Они сами заплели. Знаю, знаю. Дэн, справа! Да, да. Никого. За тобой есть. Спи. Хорош. Дэн, красавчик. Да? Это оригинал? Да, что деревенечка всего? Это что было? Ну да. Пушка! Закончится тут пранк. Саша, рывок назад! Саша! Нельзя разбавить. Легкий же штан. Никого нет.
Это же первый тайм, да? Подай, да.
Ай, спина, 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 да, да, да. Здорово, здорово. Выйди на него! Гореешь! Уже выйдем! Оп, оп! Бросил центр! Хорош! Так, выйдем! Это было классно. Дрезвить. Сколько сыграли? Четыре минуты осталось. Под тобой есть! Не, ну не подбор лучше, это просто то, что в промкоте есть, что мне еще не закачано. Денчик, поменяйся, Денчик. Слушаем это или включать новое? Ладно, включаем. Коля идет в Воронеж. Стал тяжело вообще, блядь. Сейчас, ну так, вроде. Или там особо работы нет? Ну, особо нечего, да. Побежали, блядь.
Перебежь! Твой, стоп!